О, классно сейчас получилось. Синхронно. Это, кстати, вот эта вот девушка, это как раз тот самый чар за предзаказ. Да, точно, я помню. Этапа. По предзаказу. Набирайте очки. Давали. Я буду ходить тогда только за тобой. А эта карта не из Revelations? Нет, по-моему, оттуда. Нет, здесь нет ни одной карты, ни из Revelations, ни из Brass, они наверху стоят. Дойдем. Кстати, народ, если видите над противником, точнее не над, а слева, иконку белой капли, то, пожалуйста, не трогайте его, это означает, что он отравлен. За яд дают больше очков. Осталось 30 секунд. Так, уже? Ну там всего 30 очков, я готов. Ну выбрал. Я тоже. Больше времени. О! Сразу, о, сразу четвертый этап. Есть такое дело. Мы, по-моему, в тот раз в предыдущем матче вообще на шестой перешагнули сразу. 950 за одно убийство, вот это ни хрена себе. Да, есть такое дело. Ой, меня палит, что? Я взял право. Вижу одного, я и он дело. Стоит. Так. Я готов. Ну да. Стойте, не нажимайте. Поехали. Пока. Не. Поздно. Больше времени. А, мне за мультиубийство. Дали больше, чем. Но чем если бы я просто подошел. Больше времени. А что за полоска под портретом? Это индикатор подхода. А, понял. Определяет, сколько очков получишь. А, все. Они у меня Они все трое у меня тут, все трое у меня. Ага, я вижу. Я возьму вот этого. Я отметил. Они меня спалят. А почему тут такие опасные женщины? А? Почему тут такие опасные? А вот и они! Угадай! Ну, можно, да. Ну, наверняка и... Доступны новые цели. Ну, вообще, в описании к этому чару сказано, что она маскируется под мужчину, чтобы служить в рядах британской армии. Это не очень круто. Сраный трансвестит! Какой-то обратный трансвестит, правда, инвертированный, но неважно. Ну, понимаешь, 18 век, другие нравы, все такое. Так, я сейчас с крыши прыгну на них. Так, а где? Где еще один-то? Они разошлись, двое вон там идут. И за одним Макс идет. Что? Я тут себе нажал на смешку. Боже мой. Это тонкий троллинг. Так, все, этот мой. Упс. Я, кажется, только что срал яд дальнобойный. Осталось 30 секунд. Я могу его убить. Надо или не надо? Не надо, завтра. Я его ножичком оглушил. Я пошел обижаться. И мне дали 850. Я вижу. Я пошел. Таймер мой, таймер здесь, таймер на мне. Ну зачем? Ну, я за таймер, народ, за таймер не идут очки, так что его можно убивать при первом же виде. А, все понял, окей. Таймер дает чисто секунды. Вижу одного. Отторим, его еще опять спалят. Нет, только не меня, нет, не смей. Ну ладно, хотя бы не помню пока. Новый этап. Больше времени. Я буду прыгать на всех и скакать. Нет. А здесь удобно, тут здания низкие. Быстро поднялся на них. Да тут почти все карты такие. Эти вместе должны стоять. Я вижу одного, двух, трех. Нет, двух. Я тоже вижу. Так, народ, да, блин, я забираюсь на здание, а князь меня уходит. Ну, так, ох ты, вот это прыжок. Народ, который справа, вот этот вот, рядом со мной, не трогайте его, я его отравил. Понял. Возьмите в желтом пиджачке. Ай! Это было больно и неприлично, наверное, я не видел,
что он со мной делал? Вы на синовал пошли. 50 очков! 50 очков! Вот это сакс. Ну ладно. Такая унылая картинка. Чё-то даже до синхроубийства не дошли на этот раз как-то. Гребаные 50 очков. Кто не запинал? Кто не любитель запинывать людей? Вот из-за него мы проиграли сейчас. Походу, дело выяснили, кто ему по щам дали. О, я... Ты вообще шикарно так взял, весь дал славы, занял? Да, я крут. Судя по всему. В общем, я сейчас играть не буду, я просто буду пялиться. Так что вы играйте без меня. Ну ладно. Шалунишки. Да ну. Ладно, давайте. Мы должны это сделать. О, рыжая баба, окей. Пойдет. Нашей команде нужно достичь следующего этапа. Меня-то явно не заметят. Набирайте очки, пока не истечет время. А, не в ту сторону. Блин, а где здесь пол? Какого хрена они живут в льдах? Что все эти люди здесь делают? А, ну как бы. Это симуляция, да. Так, давайте вместе, давайте синхронизацию сделаем. Тут все трое, они на меня пялятся. Почему они на меня пялятся? Они любят мальчиков. Я готов. Ай, я тоже. Давайте, присоединитесь кто-нибудь к третьим. Я уже готов. Прыгай. Он начал замечать меня. Больше времени. Запинывайте. Тройной. Я просто стоял перед его лицом, и с этой стены, то они не видят, в общем-то. Так, вот они здесь, вижу. Так. Шапочка. Нет, одного я вижу. Или не вижу. А, вот второй. Я второго тоже нашел, сейчас у меня никого не подходит. Стены. Все, так, я готов. Пошли. Ну, да. Больше времени. Разнообразие. Новый этап. Больше времени. Ой, блин. Доступны новые цели. А я обратно побежал. Обратно не так. Блин, они трое передо мной идут. Я иду. Давайте вместе здесь попробуем. А, я вижу тебя. Давай. А я вас не вижу. Я прям к ним вышел. Как меня не увидишь? Упс, да. А я над ними. Все. Осторожно, они бросают фейерверки, могут ослепить. Я готов, короче. Давайте, пошли. Новый этап. Да запинывай. Какой стрим? Они снова все вместе, наверное. Нажми R3, чтобы смотреть, что. Это можно при точном прицеливании. Если кто-то в группе находится, то можно именно залочиться на саму группу и потом уже в ней выбирать свою цель. Прокруткой правым стиком. Блин, где они? Кто-нибудь видит? Они вот за этой палаткой, где я. А, они все. Они все разъединились. Все окей, я одного вижу. Я веду вот этого. Одного отравил. Поднимается на корабль. А, я иду там. Мультиубийство, давайте, юзайте. Нет. Двойное убийство. Нет, не успел. Я покончу с тобой. Ай. Я бы спрыгнул с удовольствием там, в море. Блин, Я кого-то вижу, и меня кто-то видит где-то. А, вот я нашел это. Ребят. Так, надо договариваться, чтобы мультиубийство совершать. Давайте не будем тормозить. Давайте, вот рядом со мной эти двое парнят. Они тебя не палят? Я сейчас подойду. Осталось 30 минут. Нет. Давайте убивайте их.
У меня уже не колбнется. Ты убейте там пока часть завали. Еще одну цель убейте. Давай, пошли. Я пойду за таймером, я за таймером пойду. Больше времени. Доступны новые цели. Больше. Блин, срака. Срака, куда ты убежал? Он исчезает, таймер исчезает. А, фак. Прям передо мной. Исчез. А, отстойник. Осталось 30 секунд. У нас 30 секунд. Мы просим сейчас 1500 очков набрать. Сколько? Я могу одного инкогнита убить, наверное. Я могу... Возьмите таймер. Секундомер мой. Одного отравил. Если он побьет за 10 секунд. Осталось 10 секунд. Как я на него напрыгнул, ему, наверное, понравилось. Я смотрю, ты любишь прыгать. Новый этап синхроубийства. Больше времени. Синхроубийство, пошло. Идем, вот идем, идем. Вот так. Опа, пошел в этот ураган, окей. Есть такое дело. Он мешает бежать. Он мешает бежать, что ли? Не знаю, но, видимо, точно страдает. Так, я иду, подождите, давайте не будем торопиться. Давайте, потанцуем. О, боже мой. Все готовы, да? Ага. Синхроубийство выполнено. Вау, вот это круто! А каждому показывается со своей перспективы, да? Да. У меня сейчас было из-за спины моего персонажа. Да, у всех каждого свое показывается. А я еще свидетеля убрал одного, чтобы не мешался сильно. Да надо всех убирать сразу. Так, передо мной. Вот они, трое, все тут, передо мной. Да, я вижу. Один уже палит. В черном. Я хочу того, кто палит. Все, не палит. Нет, палит. Я беру этого. Доступны новые цели. Ну, в общем, хочу предупредить, что если кто-то из вас захочет попробовать мультиплеер в одиночку, то дымовушки, в общем, вот так и работают. Они особо сильно не спасают. Так, ладно, вы разбирайтесь с этим, я побегу с другими разбираться. А я потерял цель одну. А, вот она. Нашел ее. Все вижу. Лейтенант мой, вот этот, который, к которому я иду. Так что, можете его не трогать. Народ, вы можете нажать крестик при ходьбе, и вы будете тогда побыстрее ходить. Да, мы в курсе, наверное. Ну, я в курсе лично. Не, ну просто я смотрю, Макс как-то медленно ходит. А, ну ладно, Ну ладно, я просто не либо медленно ходить, либо быстрее. Так, я бегу за нижним. Он, по-моему, один. Ага, а эти там двое. Так, давайте я буду ждать, пока мультиубийство будет. Он стоит, не двигается. Пока, у меня Либо лучше с другой стороны зайти. Он пошел к тебе, давай пошли. Нет. Я убегаю от них, извините от меня. Я сейчас попробую отравить обоих. Блин, они меня преследуют, я боюсь, я сейчас не забью. Так, они один есть? Помогите мне. Он это хирит за мной. Продолжай крутиться здесь. Боже, что за мной, я заблужу сейчас. Вот эта локация, убейте его. Убит, ура, могу пить спокойно. Секундомер, срочно. Я вижу. Разве я тут борюсь перед всеми? Боже мой, это был просто фейл. Дополнительные цели убиты. Бля, я думал, они только тут бегают и помирают. Сейчас-то. Двойника убил. Они еще пытались меня убить вообще. Вдвоем на одного, это нечестно. Ну и так. Больше времени. Ну так, не знаю, так-то я не буду играть. Вот то что. А, кстати, я хочу еще побегать, мне понравилось. Ну, как-то на стрельне надо. Лейтенантишка мой, можете не трогать. Окей. Я его не трогаю. Наверное. Он меня не спалил.
кстати, Элен, а маскировка помогает или они продолжают тебе маскировку подозревать? А, по-моему, помогает. Так, они где-то прямо вот тут стоят. За углом. Нет, не за углом. Так, я пошел за легионером. Вон там один за столбом стены. О, да. О, вот ты даже не дал ему побегать за мной. А что? Это моя лучшая, убегать. Убегать от мужиков? Ну ладно. Не хватит передо мной ломать все окна. Ну, они все равно тут чинятся. Ай, нет, стой! Нет! Нет! Осталось 10 секунд. Да! Большое преимущество. Ой, 500 очков надо. Они, кстати, вот для этого чара, для которого я сейчас играю, протестенты, они анимацию убийства стреляли из Анчартеда. Когда он бросает оружие в руки противнику, дает ему по щам, а потом еще пристреливает. Так, я беру вот этого. Ой, извините, я тут помешал, наверное. Ну вообще красавчик. Знаете, что сейчас получилось? Я попытался украсть убийство у Макса, а Элион украл убийство у нас обоих. Ну простите! Вон они стоят все. Я вижу. Ой! Какая вот интересная вечеринка. О май гад! О, боже мой, я тут все напрыгнул. На тренинге мира. Она скатается. Нет! Сдохни! Я не убил. Запинываем! Да, да, давайте побежали. А на стенку меня друзья добавили. А, синхронизация. Все, давайте синхронизированное убийство сделаем. Синхронное. Не, подождите. Синхро стайл. Они опять здесь стоят. Они кого-то палят. Я хочу центрально взять. Давай, я беру крайнего левого. А я просто к ним подошел. Да. Эй, что такое? А почему? Ты не заложился на цели. Что это она тут замерзает, надо ей помочь? Пардоньте. Что делать? Их очень много убивать мирных сетей. Один тут мой. Мой. Не трогайте. Ага, мы запустились. Я хочу убить тебя. Пару спахарей. Я уже третий хедшот ставлю. Я жестокий человек. За это вы еще дополнительные очки давали. Самое интересное, что как бы вот добивание выстрела с пистолета, это является отдельной анимацией, которая доступна на высоких уровнях. Почему она сейчас мне доступна и иногда появляется? Да, кстати, у меня тоже самое. А я это уже... сам... Он такой, он такой. Блин, а я хотел забрать. Ну, о, я решил хитрый тактику воспользоваться. Ой, что-то я вообще сейчас не понял, что ты сказал вот последние 5 секунд. Про хитрую тактику? Я понял только про хитрую тактику. Опа, ты пробежал, Максим, ты пробежал. Да, я знаю, вот, давай, ты приводишь. Зачем ты его пинаешь? Он не парит, я в него уже будет сразу бегать. Не трогайте его, я отравил его, не трогайте. Понял. Ой, он по воздуху бегать хотел. Больше времени. Пропустите, дайте мне пнуть шотландца. Мой. Ой, смотри, я прям перед тобой, парень, атакуй меня, шотландец. Нет, а ты не убегай. Блин, я бы хотел, чтобы они за мной побегали. Хватит бить всех налево и направо. Блин, они сами... Ой, прямо на меня. Они сами бегут, чтобы горячих нас подрать. Ай-яй-яй, опять промахнулся. А что думаешь, если я не набегу, у меня... Секунда, мир мой. Побежит? Чего? Убейте еще одного. Таймер. Дополнительная цель убита. Больше времени. Так, уточнял. Мой. Вот он, по-моему, вот он. Вот он, я его отметил. Я вижу. Там возьмешь или мне брать? Блин, я... Ну ладно.
Нормально, зато сработали. Тебе за это должны были дать то ли диверсию, то ли еще что-то. Ну да, что-то дали. Что-то. Блин, а кто-то видит меня. Меня тоже, это кто-то вон там вдалеке. Я пошел в другую сторону, значит. Там их двое. Макс, стой, Макс, стой, там их двое. Я прибегу сейчас. Там их трое. Двое должно быть. Двое? А, да, двое. Я деньги кину, я деньги кину. О боже мой, на меня побежал какой-то парень. О боже, меня преследует. Он преследует меня. Популярная личность? Да очень. А ты что, не знал? А, он убегает, догони меня. Догоню, догоню. Да я уже просто умираю. Ну ладно, так добил. А я его как-то из выкладываю и снимаю. Я женщину убил. 30 секунд осталось. 33. Таймер. Я за таймером. Вот они, вот они стоят, оба. Дополнительная цель. Я одного на машине. И на что они там? На кружочек с красной точкой. Ох ты, он демонстрация. Нет, меня оглушили. Нет, мастики. Сзади вот у меня. Там вот. Это класс. Я хочу тоже. Последний остался. Оля, тебе... Я пошел за таймером. Давай. Я ну, сначала над ним усмехаюсь, потом дать ему его. Хотя он далеко, так что надо... Так, у меня сейчас монетки будут. Ага, вот это. Что? Таймер, не убегай от меня. 10 секунд. Взял. Осталось 10 секунд. Это нам поможет? Отлично, 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 давайте, 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 давайте. Тут совсем рядом двое, один. Вижу, вижу, вижу. Трое, вот я сразу одного. Монеток больше нет. Дай-то что ты делаешь? Я его отравил, и я столок мне застрял, убить тоже самую цель отравленную. Так, один, он еще стоит. Нет, наверху идет. Их тут двое, у меня монетки есть. Кидай. На ногу не стоял. Убит. Нет, он не стоял. Тут просто лаз такой идет, что один начинает убегать, а второй подбегает к монеткам, и у них анимация движения одинаковая. Но по большей части тот, кто настоящий, он сразу начинает маскировку надевать. Подойди ко мне. Упс! Ты прямо в костер прыгнул, молодец! Ну зато ему понравилось, наверное. Согрел, так сказать. Секундомер, кто-нибудь возьмет? Убейте. Да, еще я побежу. Я надеюсь, что ты. Я за кэпом иду. Я на полпути к нему. Уже почти. Он мой. Дополнительная цель убита. Больше времени. А мультиплеер тут есть, или? Их тут двое. Вас оглушили. Ай. Отметил обоих. Надо поднять. Он убежал, скотина. Так, один есть отравлен. Что, нет, либо? Таймер, возьмите таймер. Я пойду за таймером. Окей, я пошел за таймером. Все, я отравил последний, не трогай. Осталось 10. Он убегает. Он отравлен. Он умер. Я его добью. А, 100 очков, 100 очков! Любое убийство сгодится. Быстрее! Быстрее! Мы не должны! Ай! Что-то мы с вами зафейлили здесь все. Я бы сказал, мы просто очень хорошо первый раунд прошли. Он будет спокойным. Нормально, у нас ведь целая минута есть. Давайте. Они все вместе должны быть. Можно сделать. У меня есть монетки. Ага. Монетки есть, если что, я кину. У меня тоже есть. Оставь на потом. Я кину. У меня есть. А, стой.
А, нет, побежал, вот, я. Вот эти трое! Где вот эти трое? Что? Я же нажал квадрат, он меня грешил. Я его ненавижу. Да что за кластерфак? Убейте еще одну цель. Я за секундомером. Ух ты. Я прыжок веры сделал, и она так прекрасно легла в сеновал. Осталось 30 секунд. Тут их двое стоят у ка... Дополнительно. Тут их много. Они все трое вместе должны быть. Я не успеваю до вас добежать. Я здесь специально все-таки, я попал. Сзади, убегаем. Я не убью. О, шейк у меня. Еще один, вот этот. Доступны новые цели. Бац, бац, так, у нас 30 секунд, 30 секунд, осталось срочно. 30 секунд. Таймер, возьми таймер. 30 секунд. Я пойду за таймером. Убейте еще одну цель. Стоит, помогите мне здесь с группой разобраться. Окей. Много? Блин, я на корабль забрался, нет. Вот эти трое. Дополнительная цель убита. Больше времени. 40 секунд, давайте, сзади. Время есть. Да блин, умри. Макс сзади бежит. Новый этап, серия убийства. Больше нет, времени. Нет, это игра не для меня. Я хочу это так, просто... Так, серия убийства. Собрались, собрались, мы сможем это сделать. Помните, сначала лочимся на цели и не фейлим, как я. Так, сейчас. Он они здесь. Они меня видят. А, вот они, вот их. Толпа там. А они что, на этой карте все время в одном и том же месте, что ли? Они видят нас. Меня видят. Я отошел. Все, я взял центральный, я иду. А где там самый крайний? Подождите, ну не то, это наберет. Синхроубийство выполнено. Есть? О, я опять... Нет, я не стреляю, я... Ну, я... Это зарезал. Блин, анимация одна и та же, чё такое? Ага. Она уникальна только на 25 уровне. И то там тоже одна анимация. Так, я бегу туда, наверх. Ну, смотри, я не заметил, что у нас уже 22. Есть такое дело. Так, я беру того, что на корабле наверху. Эй, давай, я возьму тогда последнее. Больше времени. Ну дайте мне. Так, где они? А все, там все убиты, да? Последний остался. Ага. Видит, осторожно. Ну зачем ты так? Ну, я хотел бы очень хорошо. Все равно сейчас будет 104 человечка. Так. Я бегу к третьему. Я к второму побежу. Я так подозреваю, что остальные трое тоже там стоят. А я тут думал, что мне надо. Я короче побежал отсюда, да, старина. Так, нам дали, должны были дать бонус. Тут же у каждого в каждом раунде есть бонус. Что это мы не выполняем-то? Вижу. Макс прям к тебе идет. А, нет, это другой. Убей. Он достанет. Эллен, это не тот. А, черт, ну я уже... Это телохранитель был. Или двойник, или еще кто-то в этом роде. Понял, все. Виноват. Бонус убийства из укрытия плюс сосредоточенность. Попробуйте сделать, 400 очков дадут. А, на это нужно на цели полегче. С капитанами это не пройдет. Я попробую, но... Тогда мочи так. У меня есть монетки. Оп, не того. Так. Ну все. Я пошел за секундомером. А все за секундомером. Все достали. Давайте, бегите. А, нет, так не бейте. На последней секунде. Давай, бежите туда. Туда, скорее. Мочи козлов. Это не сильно поможет, ну ладно. А, где один ты был? Аааа, фааааак! Нет!
Нет! Отстой. Это было печально. Я хочу, чтобы опять со мной побегали. Что это очень поднимает настроение. Пробежка на свежем зимнем воздухе. Ой, ой-ой-ой. Я... меня минимум обнаружений. Какой я скрытный. А то. Темная ты личность. Я гончая ящейка. Ну и как там, пелось?